В субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили набрала 27,12% голосов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку, набрав 48,16% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Сам Саакашвили отказался претендовать на пост премьер-министра страны. По его словам, это позиция его не интересует. Меня не интересуют такие должности. Я трижды уходил с поста премьер-министра Украины. Тем более, что должность премьер-министра Грузии меня не интересует. Но я боюсь, что не смогу вернуться домой, сказал Саакашвили после голосования на выборах. Лидер ЛДРП Владимир Жириновский отреагировал на результаты выборов в Грузии. Он пригласил Саакашвили приехать в Москву и предложил спокойно ехать и спокойно давить. «Дорогой Мишка, чего ты так волнуешься? Зачем тебе победа твоей партии в Грузии? Там уже плохо. Абхазия не твоя. Южная Осетия не твоя. Не твое. Скоро потеряешь Батуми. Будешь втянут в великую войну на Кавказе. Тебе, Мишка, нужна мирная жизнь. Ты уже переживаешь», написал Жириновский в своем телеграм-канале.